Я не выгораживаю. ОСНД, ты возьми. Полтора года. Я единственное, что прошу, дайте ответ, что было сделано. Почему начался вопрос? У нас за все время было одно собрание, одно отчетное, и то за первый квартал. Больше не было. Никто не отчитался. Никто не отчитался. Дальше, понимаете? А чего суд? Вот подождите, вот нам все, дайте передайте, мы создали. Пусть говорят, вот документы, нас приняли, все. Отдайте нам документы, понимаете, в чем дело? Мы не хотим вас видеть. Нас было сделано, вот давайте, сетка. На тепловой счетчик. Покрашен газовый счетчик, поставлены лампочки на этажах. Вот это вся работа. Когда говорится, что делается даже, тариф у нас с самого начала 2,85. Дальше, я не буду далее поговорить. И вот это все. Потом мы передаем документы. Наша СВД была создана в январе месяце. Мы просим, отдайте нас, отсоедините, а вы не хотите, мы будем сами себе. Три квартиры хотят отсоединиться, я не знаю, сколько где часто, покажите мне, где часто. Павел, где там часто? Ну, подведение итога. Не знаю, по квартирам часто. Часто процентов. И сколько, и меня интересует процент нашей городской громады, который был представлен. Продолжаем рассмотрение договора. Не, ну я... Давайте, Александр Владимирович, вы организовали приход людей. Давайте, до конца. Смотрите, я никуда никому не организовывал. Люди все самостоятельные пришли сюда, потому что ходят уже много времени и объясняют те проблемы, с которыми они столкнулись. Поэтому, соответственно, у них есть претензии от других совладельцев. Но, зная всю ситуацию, которую вы сегодня затеяли в городе Николаеве со своими дружками, я по-другому это не скажу, и которые... Еще концерты...